Stadstoezicht Rotterdam is ontstaan uit het vroegere... Rotterdam City Surveillance была создана на основе компании Rotterdam Parking Company. Сфера деятельности компании – контроль и мониторинг. В настоящее время в компании работают около 1400 человек. Het vorige systeem, dan praat je vooral over de handterminal. Прежде наши служащие использовали устройства больших размеров. Основная проблема заключалась в том, что оборудование было устаревшим, и вся информация о штрафах оставалась в памяти устройства. Таким образом, мы могли получить информацию о выписанных штрафах только по завершении смены, когда служащие возвращались в офис компании и подключали свои устройства к системе. Прежнее программное обеспечение часто приводило к сбоям. Новая система должна была обеспечить передачу всей информации между офисом и служащим в режиме реального времени. Теперь мы используем устройства Apple iPhone, Apple iPod Touch, точки беспроводного доступа Novatel MiFi и принтеры Zebra MZ320. Ежедневно около 400 наших служащих используют средства новой системы. Новая система не только удобна для наших служащих, но и выгодна для всей организации. Теперь на улицах города больше наших служащих, и они могут дольше работать, потому что им приходится решать меньше административных задач. Мы видим, что они очень довольны устройствами более компактных размеров. Также по сравнению с предыдущими системами, эти принтеры быстрее печатают. Теперь на весь процесс регистрации, записи и печати штрафной квитанции уходит столько же времени, сколько раньше требовалось только для печати на старом принтере. Мы проанализировали процесс патрулирования улиц нашими сотрудниками, и это позволило Globe Software разработать необходимое решение. Например, новая система используется для выписки штрафных квитанций за нарушение парковки. Штрафы могут также выписываться на месте, например, за выгул собаки без поводка. Мы также можем помочь туристам, которым необходимо найти улицу в Роттердаме. Информацию с Apple iPod или iPhone можно распечатать на принтере Zebra MZ320. Материал распечатывается на трех языках, и туристы могут без труда найти необходимое место. У нас было одно важное требование. Новое оборудование должно было быть легче и меньше, чем предыдущее устройство. Мобильный принтер Zebra MZ320 оказался очень надежным. Кроме того, он долго работает без подзарядки. Серия принтеров MZ обеспечивает быструю, четкую и качественную печать.